Саш, далеко еще? Теперь, кажется, не очень. А что, устал? Да нет, просто интересно, куда же мы все-таки премся? В темноте, без дорог. Он стал бы, видишь? Ну, там грейдер. Здесь где-то должен быть указатель. Написан хоть по-русски? По-русски, по-русски, не беспокойся. Вечная земля. Ты знаешь, был такой поэт Хлебников. И как-то они с товарищем путешествовали в здешних краях и заблудились. Заболели, выбились из сил. И когда товарищ сказал, что это конец, они скоро умрут, Хлебников ответил: ну что же, степь отпоет. Ой, мрачновато он пошутил. А это не шутка, он был поэт. Послушай. Слышишь? Действительно, как хор. Ну что ж, мы ради этого хора сюда явились. Ты, конечно, считаешь, что не стоило? Не знаю, мне от него на луну выйти хочется. Зря ты со мной сюда потащился. Ехал прямо в Бийск, подождал меня там пару дней. Это одному скучно. Машина идет. Трактора, взять пашут. Что, ночью? Это целина, Тима. Страду здесь рабочий день ненормированный. Я сам сколько раз ночью пахал. Даже косить в темноте приходилось. Ох, и вкалывали мы тогда. На совесть. Беспробудно вкалывали. Чего ты там возишься? Давай скорей. Ну, иду, иду. Поджигай, Сень, да поехали. Вон сейчас шагов сколько. Тима! Тима, горим! Вылезай! Тима! Кислов, там люди! Тима! Тима! А черт, рюкзаки, Пашка! Да нет там больше никого, дядя, уходи! Ты что, братцы, с ума что ли посходи? Людей чуть не сошли, смотреть же надо! Откуда мы видим? Какого черта солома-то жжет? Да какая это солома? Да прель одна. Дожди были, а пахать надо. Что тут у вас за шум? Да вот, чуть людей не сожгли, товарищ бригадир. Каких людей? А, этих? Ну и зря не сожгли. Скажете тоже. Надо было их подпалить. Шляюсь тут без дела. Романтики. Действительно. Давай закругляйтесь. Скоро утро не задует. Это кого ж ты собираешься подпалить? Авил? Медведя раздавил. Чего? Пашка, Снегирь Сапатый. Ты откуда здесь взялся? А вот с неба упал. На личность твою посмотреть. Не ждал? Нет. Наших детей, спаси их! Не могу! Спаси детей, солдат! Не могу! Спаси! Честное слово, не могу! Фамилия! Иди ты! Ваша фамилия, сержант! Акчурин, Акчурин! Повезешь наших детей? Не повезу! Повезешь! Это дети военных! У меня боевой приказ! Мы не за снарядами надо! Товарищ шофер, да что они делают?
Лови их, Акчурин! А ну от машины стрелять! Отставить, сержант! Вот так. Там же люди гибнут! Они солдаты, а дети жить должны. Вы что, под трибунал меня подвести хотите? Не поеду! Стервы, диверсантки! Не повезу! Никуда от Марины! Павлик, держись! Дяденька, а мы быстро поедем. Куда везти? Куда угодно, только к нашим. Живы будем, найдем. Вон они летят. Пропали мы все. Пропали. Держи дистанцию, Зыков! Дистанцию! Ну бейте, бейте, бейте! Не жмись ко мне, Зыков! Ведь обоих накроет! Держись, Павлик! Идем. Потерпи, еще немного, Павлик. У собака, сын собаки, отстань, ведь всех погубим. Отстань! Ребята, ну хоть как-нибудь, ребята! Курсун моему! Местное время 6 часов 15 минут. Слушайте передачу областного радиовещания «Сельские пути». Близится к концу страдает 1969-го, завершающего года 8-й пятилетки. С чем приходим мы к знаменательной дате? Этот вопрос задает себе сейчас каждый труженик полей нашей области. Механизаторы и доярки, агрономы и руководители хозяйства. Предюбилейный год сложился для нас в целом удачно. Выполнен план... Что вы все там делаете? Что, работать больше негде? Ну ладно, только без трёпок. Как я сказал, так и будете делать. Все! Пошли, ребята. Пошли работать.
вдруг посмотреть, товарищ бригадир? Во второй бригаде каждую неделю кино показывают. Обойдемся пока без кино. Пахать надо. Клим Сергеевич, соляр кончается. Да что, братцы, пьете ее, что ли? Почему пьем? Кислов! Бензовозчик! Кислов! Кислов! К бригадиру! Кислов! Из моей подписи ничего не выдавай. Я тут, Клим Сергеевич. Экономнее расходы. Вечно тебя искать надо. А я на месте. Уже. Что? Ну, когда ты только успеваешь? Да капли в рот не брал, Клим Сергеевич. Вот, честно, вот не нюхал даже. Ну, есть маленько с устатку. Всю ночь работали. А у меня ведь организм какой? Взял стаканчик и снова готов к трудовой обороне. Ну вот что, работничек, закончим пахту, убирайся отсюда, к чертовой матери. Так я... Все! Надоело мне с тобой чиликаться! Почему я пью, Клим Сергеевич? У меня такое душевное состояние, что... Плевал я на твое душевное состояние. Ты тормоза сделал? Держит пока. Керосиновый ремонт получается, Клим Сергеевич. Колодки новые нужны? На склад пошел? Нету. Я ему говорю. Слов. Если к вечеру машина не будет в порядке, ты мне на глаза не попадайся. Понял? Понял. Иди. Иду. Слышь, Тимофей, ты где работаешь? В институте в одном исследовательском. А-а-а. Диссертацию готовишь? Угу. А ты с какого года? 45-го. И родители живы? И родители живы. А что? Да нет. Ничего. Ну тогда извини, пожалуйста, дай мне сосредоточиться. А, валяй. Сосредотачивайся. Папа, лети скорей! Папа! Павлик! Павлик, слышишь? Проснись, Павлик! Тебе что, приснилось что-нибудь? Да. В туалет не хочешь? Нет, не хочу. Ну, спи. Начинаем концерт. Поет Леонид Утесов. Подъем! А ну быстро, быстро! Максим, Рома, почему так рано? Сегодня четверг, вы что, забыли, Ваня? Рыбаки, матрасы на просушку. Рыба. Дежурный. Сколько рыбок наловил, а? Сколько? Спартак, а ну без фокусов. Дежурный получить мыло. Кто дежурный? Я. Открой форточку. Ребята, Клима ведут. А Вилова поймали. Только. Вот как хорошо, что тебя поймали. А то как же я одна без тебя буду? Спасибо вам, дяденька милиционер. Большое спасибо. Заткнись, дура. Вот забирайте. С военного эшелона сняли, в Бузулуки. Говорят, кусался. У нас бывает. С приездом, Клим. Здрасте, Максим Романович. Что, мне теперь в карцер? Нет. Пойдешь вместе со всеми в баню. В шей не привез? На
хлеб, лампу. Главное, попасть в теплушку. Найти бойца подобрее. И до самого фронта доехать можно. А уж там в любую часть возьмут. Разведчики-то везде нужны. Что ж ты не доехал-то? А то! Старшина дошлый попался. Учуял меня под нарами и салом выманил. Но ничего, я обратно сбегу. Вот только подкормлюсь малость. Ребята, это же фрицы! Ребята, что же вы делаете? Ребята, это же пленные! Пленных бить не по-честному! Авила! По закону военного времени имею право применить оружие против всякого, кто покусится. Прекрати, Авила! Ну, ребята, ну прошу вас! Да уймитесь вы в конце концов! Хорошо. Других блюд нет уж, извини. Гостей не ждали. Ничего, пожалуйста. Ты Пашу давно знаешь? 2 года, в одном доме живем. А книжку его читал? Читал. Ну и как? Хорошая книжка, честная. Значит, признают его в Москве, как писатель-то, да? Ну, в общем, да. А чё ж такая критика на него была? Где? В журнале одном. Сам читал. Здорово прикладывает. Ты что ж, всегда так судишь? Как? Ну как? Книжку, видать, не читал, а критику нашел. Ну, ты меня на слове не лови. Я, конечно, и книгу читал. И считай, правильную одолбают. Нету в ней чего-то главного. Идеи не хватает. Хотя, конечно, кое-что там здорово описано, просто как в жизни. Спасибо. Ну как, не забыл еще? Да нет, не забыл. Слушай, Клим, мне бы на центральную усадьбу. Ее там нет, Паш. Она давно уехала. Знаю. Ребят хотелось посмотреть. Каких? Как каких? Наших? Детдомовских? Опомнился. А что? Да нету там никого, нету! Разбежались все, как тараканы, ручки не захотели об землю марать. С тебя же все началось. Забыл, что ли? Да помню. Ну, помнишь то, что спрашиваешь. Выходит, один из первого шелона остался. Характер смурной. Может, доброты не хватает, а только слова своего я еще не нарушал. Ни разу. Родина дала нам все. Она поила, кормила, одела, обула нас. Теперь наша Родина смотрит на нас, поручая нашему поколению освоить новые земли, зародить в них жизнь,
заставит служить суровую природу мечтам советского человека. Мы, воспитанники детдома номер 116, клянемся, что выполним это поручение, как и любую другую задачу, поставленную перед нами. Партия и народ могут нам верить. Мы клянемся, что если потребуется, мы отдадим все силы, всю кровь, без остатка, всю жизнь до последнего вздоха. Клянемся! Клянемся! Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущённый, и смертный бой вести готов. Весь мир насильем и разрушен, основания озарен. Мы наш новый мир построим, то мы ничем достанет всем. Это есть наш последний, нерешительный бой. Сын верно ревнован, возглавит он народ. Три! Ура! Вот здесь я спал. Вон там Клим Авилов. Спартак Погосов. Саенко. А вот здесь посредине стояла печка. В первую зиму для нас не было уютнее места на земле. Ну, теперь-то все. Нашел, что искал. Можно ехать дальше. Слушай, Тим, а тебе правда так скучно, а? Да что-то ужасно весело. Серьезно. Ты ведь никогда не был в этих краях. И может, вообще больше сюда никогда не попадешь. Вон там девчонки жили. Неужели тебе ни капельки не интересно, а? Нет. Совсем? Ну, если хочешь, почти совсем. Понимаешь, Паш, ведь все, что я здесь вижу, я могу себе представить и в Москве на 99%. А чтобы понять, оставшийся процент не хватит и полжизни, а у меня 24 дня отпуска. Логика? Ты человек будущего, Тима. Наверное. А вот тебя, Паш, никак понять не могу. На чем ты все время вздыхаешь? Об этой яме? О бараках? О своем полуголодном детдоме? Клим, вот еще один! Сколько у тебя, Паш? 5 штук. Спартак, сколько у тебя? 7. Еще у Сереги найдется. Хватит. Теперь листья давайте. Серега! Мельче, мельче. Так. Теперь табаком давай присыпем. Кормят-то и пушек в лагере нормально, только вот табаку мало дают. А за табак они все, что хочешь. Сам видел, как городские ребят сейчас ранец повлакли. Думаешь, поверят? Найдем лопуха. А чего это они тут строят? Бараки себе на зиму. Давай! Табак? Да? Ага, табак. Не лезь! Не пойдет, друг! Ранец давай. Ранец? Что?
Понимаешь, ранец. Сумка такая. На плечах носит, на ремнях таких. Сумка такая квадратная, понимаешь? На спине носит. А нет, ты кафедерзейн. Сейчас. Сейчас. Теперь не придет. Придет. Им без курева, знаешь как. На, давай. А теперь ходу, ребята. Смотри. Карманы глубокие. За 30 на базаре, смотри, загон. Клим, отдай ранец. Ты что? Отдай ранец, Клим. Ты что, за самураев, да? Не по-честному, Клим. Отдай ранец, говорю. А ну кто-нибудь дайте ему по сапатке. У меня руки заняты. Что, спятил, что ли? Не знаю. Все равно нечестно. Иди сюда. Табак. Вот, смотри. Настоящий табак. Без листьев. На, правду говорю. Ну, возьми. Табак? А, с базара. На, проверь. Твое. А, сейчас. На? Не надо. За твой ранец. Помнишь, нет? Ранец, помнишь, нет? Ты тогда еще плакал, а? Помнишь, плакал, нет? А, меня? Да. Нет? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Ариато. Спасибо. Я Аоки Горо. Ты? Да. Аоки-гуру. Да. А я Паша. Паша. Ну что вы, ребят, честное слово? Ушли куда-то с утра, ничего не сказали. Я уж подумал, что ты совсем уехал. А мы на центральной усадьбе были. Ну и как? Еле узнал. От нашей землянки одна яма осталась. Нашел. Я тут за техникой сейчас собираюсь. В райцентр. Тамару хочешь повидать? Она здесь? Здесь. Час тебя вспоминает. Обидится сеструха, если узнает, что ты был и не зашел. Тим, еще один день, а? Кислов, ты что, до вечера собираешь тут телепаться? Слышь? Нет, я не понимаю, ну почему его нельзя просто взять и выгнать к чертовой матери? Можно. Даже нужно. Вот почитай, что пишет этот прохиндей. На, почитай. Дорогая Люба, здравствуй, я живу хорошо. Ты не думай, Люба, я теперь не пью, совсем бросил и работаю как человек.
Бригадир меня уважает. Да, очень. Деньги послал. Как там дети? Маша, Ленька. Люба, у меня все нормально. Вот пальто себе справил, на галоши отложил. Только и меня пойми, так хочется повидать детей, Машеньку и особенно Леньку, так хочется. Ногами не сплю. Ночами. А, ночами не сплю, сердце об них болит, жизнь наша все равно поломатая, я один виноват, только дети, они ни при чем, лишь бы они людьми стали, не как ихний отец. Ленька-то, наверное, помнит, как мы с ним на рыбалку ездили, и другое все. Люба, об одном прошу, не лишает меня детей. Особенно Леньку, а то я совсем пропаду. Вот так. Ни одной запятой врет нахально. Пальто он пропил. Слушай, Клим, а откуда у тебя это письмо? Жена его сегодня прислала. Интересуется, правду он пишет или нет. А ну, подъем! Ты, жук колорадский! Куда едем, Клим Сергеевич? Папа? Папа? Пашенька, сынок. Подрос? Ну, как ты живешь-то, а? Нормально. Пап, а мама где? Так я толком-то не знаю, сынок. Ранен я был, в плен попал, был в лагере под Минском, бежал. Дурак был, один бежал, поймали. А мама? Потом в Польшу увезли. Там мы уже организацию создали, бежали группой. Ребята вроде ушли. Меня лесник выдал. Ну и а больше я не помню совсем. Не а помню. Мама? А мама? А маму под Смоленском лагере пьяный офицер застрелил. Приставал он к ней. Мне рассказывали. Видал? Ты чего, пап? Видал? Уронила таблетку на пол. Подняла и положила обратно. Как ни в чем не бывало. Как будто так надо. Она же нечаянно, пап. А на пол-то, может, плевали? А мы должны глотать эти таблетки, которые на полу валяются. Да нет же, пап, она же и в карман. Должна жрать эту гадость, эту дрянь, эту падаль. Прости меня, Снегирев, но я больше не буду, прости. Нет, мы же для нее не люди. Мы же свиньи. Собирай! Мы низшая раса! Пап, не надо! Товарищи, мы создадим новую организацию! Папа! Папочка! Предатель уничтожать! Провокаторов уничтожать! Лесник-провокатор! Папа! Даже селиться по-человечески не умеют. А может, у них самодеятельность такая? Ой, умора, на ведре играет.
Чего это они без конвоя? А их за хорошее поведение в город отпускают. И вообще они скоро уедут. Ну и скатерти дорога. Пусть уматывают к себе в Японию. Гляди, Анька обновилась. Да ладно, руки-то не распускай, царица Тамара. Анечка, какая ты счастливая. Вот учись на отлично, и тебя отрезом наградят. Еще бы туфельки новенькие. На каблучках. Павел. Ну что? Ты? Ну что тебе, Аня? Тебе было письмо сегодня утром. Ты забрал? Забрал. От кого это? Знаешь, Павлик, ты очень изменился за последнее время. Стал какой-то скрытный. А тебе какое дело? Павлик. Да отстаньте вы все от меня! Пася, Пася, друг, оголот купал, вот получка. Усаги, оиши, хреновая сегодня погодка, мать в корень. Пася, друг, я тебя уважаю. Сволочь. Пася. Сволочь. Вот ты здесь пьешь. Жрешь. А мне мать в концлагере. Изнасиловали. И застрелили. Отец в сумасшедшем доме умер. За что? За что их убили? Все из-за вас. Из-за фашистов и япошек всяких. Уничтожать вас надо! Что, Пася? Что, Пася? Подходи, сука! Я не боюсь! Ну иди, гад! Собака проклятая! Фашист! Я не фашист, Пася. Я не фашист. Понимаешь, Пася? Пася, 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 Пася. Пася, я, папа, мама, брат, сестра, Нагасаки. Нагасаки, кенши бакдан, бом. Атомная бомба. Да-да, да-да. А другие как? По-разному. Лобода – боровой мастер, Ромка Панков – офицер, ракетчик. Спартак Погосов диссертацию защитил, слышал, да? Да, я читал. Говорят, классным хирургом стал. Ну, Чугунков – КГБ, а Шурик Савенков в Барнауле. На автобазе работает, диспетчером. Ну, вот видишь, значит, все при деле, не дармоеды. Может, зря ты на нас так уж обижаешься.
Да я не обижаюсь. Жизнь есть жизнь. Только не надо было трепаться, что вернетесь. Разбежались кто куда. Только такие валенки, как я, да Шурик Саенко застряли наглухо. Не прибедняйся, бригадир. Каким авторитетом пользуешься? Глотка у меня луженая. Вот и весь мой авторитет. А что касается бригадирства, то если хочешь знать его, снимать тут меня собирались. Почему? В прошлом году собрали мы урожай хороший. Первое место по району взяли. Там знамя нам должны были вручать на 1 мая по итогам весеннего сева. Ну, а я перед самым праздником попал в больницу. Воспаление легких где-то подхватил. Выхожу из больницы сразу на поля. Смотрю, пахали кое-как, агротехника не соблюдена. В общем, никакого урожая не будет. Я в район. Мои герои труда уже там. Оркестр играет, ты до ушей, ручки им жмут, премии сулят. Ну, я, конечно, психанул. Знамя отобрал, обратно вернул. Посадил, в чем были, на машины и на полевой стан. Неделю в костюмах пахали, пока всю халтуру не переделали. Вот правильно я поступил или нет? Наверное, правильно. Только при чем здесь костюмы? А иначе нельзя. Иначе они не поймут. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня. Ну, ребят, как заиграть сразу вперед? Пацаны, если бастон, я же не умею. Главное, не робей. Медленный танец. Можно вас пригласить? Я не танцую. Можно вас пригласить? Вы что, не видите? Я читаю. Да зачем вы сюда пришли? Читать дома надо. А я подругу жду. Можно посмотреть, что вы читаете? Не приставайте ко мне. Дура. Сам дурак. Пошли танцевать. Попробуй откажи. Я не дед дома. Знаешь, что с тобой сделаю? Да ну их всех. Все равно ни одной такой, как наша Анька, здесь нет. Это точно. В следующий раз с ней придем. Пусть попробует какая-нибудь рожа ее пригласить. Лично зарежу. Гадом буду. A riff, a rap, a riff, rap, riff, rap, riffing out with ease. And when he jams with the bass,
guitar. Then hello, beat me, daddy, it's to the bar. А ну прекрати! Выключи музыку! Прекрати! Прекратите изделяться! А что, собственно, вам здесь что, кабак заокеанский? Да зачем а ну пойдем с вами? Ну-ка пойдете с тобой! Вы никому не мешаете! Там все узнаете! Там все узнаете! Пойдемте, я вам говорю! Мы будем жаловаться! Будем жаловаться! Пришли отдохнуть! Танцуем бальный танец «Падаград». Вы не имеете права. Иди. Я буду жаловаться. Иди, еще раз поймаем, кок отрежем. За что их, Клим? Теляги. Россию продали. Ань, ну пойдем, пройдемся. Нет, мальчики, мне рано вставать нужно. Дежурить. Да успеешь еще выспаться. Хочешь, я за тебя посуду вымою? Нет. Ну тогда давай я. Спокойной ночи. Мне спать пора. Подожди, Ань. Что? Ну а кто, например? Ну, например, Павлик. Если он сам захочет, конечно. Ты с кем-нибудь целовался до меня? Конечно. 100 раз. А вот и неправда. Ну, почему? Потому что ты не умеешь целоваться. А правда, что у Спартака Погоса уже 3 детей? 4. Месяц назад еще один пацан родился. Он мне фотографии прислал, ну, вылитые Погосята, просто стандартная продукция. Представляю. У Ромки сын, у Чугункова 2 дочки. А Катьку помнишь? Такая вроде была замухрышка, а взяла и родила 2. У Ани недавно сын родился. Она его Павликом назвала. В честь тебя. Почему ты думаешь, что в мою честь? Ну, не Климом же. Серьезно. И, наверное, поэтому так мне нравишься. Аня, Аня. Не надо, Павлик. Я прошу тебя. Отпусти меня, пожалуйста. Аня, Аня. Ну, я прошу. Отпусти. Ты сердишься? Нет. Нет. Пусть все у нас останется так.
хотя бы пока. Мне же в армию скоро. Ну и пусть. Я буду ждать. 3 года. Все равно. Хоть 33. Я все равно буду ждать. Сколько ты скажешь, столько я буду ждать. Всю жизнь. До самой смерти. Ты мой снегиренок. От меня до тебя шагать целый год, это в лучшем случае. Между нами лежит тайга, и моря, и пустыни жгучие. Но любовь и стоит на том, что тропинкою путь завьюженной до Сатурна дойдем пешком, чтоб кольцо принести для суженой. Может, нужно десяток лет, чтоб найти это место рудное. Можешь ждать меня, можешь нет. Ждать геолога дело трудное. Но любовь стоит. Ну все, можем двигаться. А Пашка где? Убежал куда? Просил подождать. Ну вот, вечно что-нибудь придумал. Эй, вы! Полегче там! Кумыс взял. Настоящий из кобылевого молока. Ты как кумыс уважаешь? Если желудок выдержит, то можно. Никогда не пробовал. Водку твой желудок выдерживает? Пока да. И это тоже выдержит, не боись. Делается, господи, ты вот это вот. Ой, да что же это творится? Вот шибейники, чуть не убили. Что вы делаете, дураломы? Совести у вас нет. Я вам бабушке кажусь. Нет, не годишься, больно стара. Ты бабушка тут для климатуры годишься. Ой. Ну, бабуль, ну, подержи-ка. Подержи, ой, подержи. Ну, за что же они меня так? Нет, ты мне скажи, как вас воспитывают. Как вас воспитывают. Большой, справился. Новые принципы, да? Отпусти. Свободное раскрепощение инстинктов. Отпусти, я говорю, чего прислал? Европейская школа воспитания, так что ли? Так, да? Нам вот что нужно, понял? Отпусти, я тебе говорю, чего прислал? Я отцу скажу. Ух ты, сразу отцу вспомнил. А он что, тебя этому учит? Этому тебя учит отец, да? Нет, трясучка, не показывай. Я таких выступающих, знаешь, сколько видел. Ну так как? Будешь уважать старших или нет? Ну вот, ой, не слышу искренности. Будешь точно или как? А? Отпусти, отстань, буду. Еще раз, пожалуйста, точнее. Отпусти его. До него же дошло. Да ничего не дошло. Придуряется. Я жду искренних слов из глубины души. Будешь уважать старших, м? Ну, хватит, хватит. Да погоди ты! Да отпусти пацана, ты, гад Авилов! Ты меня знаешь, Снегирев. Меня дергать не надо. А ты меня до сих пор так и не узнал еще? Снегирев. Слышь, Снегирев. Подъем. Что? Тебе ребята ждут в курилке. Зачем? Поговорить надо. Давай, давай, заходи, Снегирев. Высказывайся. О чем? Ты не лыбся. Это правда, что ты не собираешься в совхоз возвращаться? Правда. Вот. Все слышали? Все-таки странно получается, Снегирев. 13 лет государство тебя кормило, поило, одевало,
поручила тебе дело, а ты в кусты. Не тянет меня к земле, ребят. Не могу же я против себя идти. А остальные могут? Подожди ты. А чем собираешься заниматься? Учиться. Я уж документы в институт послал. Какой? Да вот, понимаете, в литературной. Что ж, Паша, выходит, трудности испугался? Но если я поступлю, мне еще труднее будет работать и учиться. Ты уверен, Паша, что у тебя есть способности быть писателем? Попробуй. Но не получится, учителем можно стать. Литературу в школе преподавать. А совесть у тебя есть? Ты ж клятву давал на комсомольском собрании. А я считаю, что мы ее выполнили. Совхоз есть. Самое трудное мы уже сделали. Клим, а ведь правильно. Что правильно? Людям хлеб нужен, Спартак. Там сейчас каждый человек на счету. А писателей без него хватает. Да он же больше пользы принесет, если своим будет делом заниматься, а не чужим. Да какая от него польза? Писатель выискался. Что он может описать, если сам дезертир? Ну чему ты можешь людей научить? Да никого я учить не собираюсь. Я сам учиться хочу. Нет, подожди. Ты понимаешь, что ты дезертир, что ты предатель? Ты, Клим, дурак. Стой! Брось, Амилов! Руки убери! Руки убери! Брось! Брось! Клим, я тебя этого никогда не забуду. Катись, катись отсюда, хватит, предатель! Все. Брось! Мы уж не дети. Каждый сам должен решать по совести. А кулаками, знаешь, ничего не докажешь. Привет, сестренка. Климушка, здравствуй. Принимай, Тамар, гостей. Проходите. Пашка! Да откуда ты взялся? Да вот, проездом. Господи, дай хоть посмотреть на себя. Снегирь ты, снегирь. Лапушка наш. Это вот тебе. Спасибо. Уже точно, из всех наших один ты можешь догадаться, цветы принести. А это мой товарищ. Абсолютно гармоничная личность. Атлет, инженер и чемпион по танцам Тимоша. Очень приятно, Тамара. Паш, ну можно без рекламы? Я же искренне. А действительно, что плохого? Мне очень нравится, как Паша о вас говорит. По-моему, мужчина и должен быть таким. Не знаю, как теперь, а раньше Паша врать не любил. Я ему верю. А вот наша Даша. Ну ты масенький, ты мой. Вон ты какая. Посмотри, глазки. Наши, авиловские. Кто там, а? Ну? Папа! Да нет, это не папа. Похож, наверное. Смахиваете немножко. Он у нас тоже такой. Серьезно. А кто? Ну, иди к маме. Топограф один. Пришел, увидел, победил и пошел дальше степь мерить. Такой шустрый малый попался, я даже не успел ему морду набить. Клин, прекрати. И вовсе все не так. Вот он письмо прислал, привет тебе передает. Ха, ну, нахал, он мне еще привет передает. Ну и как, будете решать в конце концов или нет? Будем, будем, не кипятись. И как бы не решили, без твоей помощи обойдемся. Ночная тяжелая руки не требуется. Ну и решать. А мы без него Дашку вырастим. Правильно? Как ты с ней одна? Ничего, я ведь полтора года уже не работаю. И в детсад не отдаю. Почему? Клим не разрешает. Правильно, не хочу. Пока есть возможность, пусть у нее свой дом будет. Дом, семья. Понимаешь? Ну, а теперь за хозяйку дома. Давай. Томка. Будьте здоровы. Будьте, да? Спасибо, Тимоша. Тамара, будь здорова.
Ну как? Идет? Идет. Набухает как-то. Погоди, еще сервант будешь поднимать. К чему это? Силы кобыли попрет. Я один раз на станции 3 литра выпил, паровоз поднимал. Ну как? Поднял? Ребят не дали, а то поднял. Смотри-то на тебя. Вот да вымахала. Что смотреть? В другом месте встретил, не признал бы. Не преувеличивай. Ну что, пошли, что ли? А ты один приехал? Один? Представляешь, первый раз в жизни повезло. Ребятам там еще целый месяц загорать. А Чугунка с Витькой вообще, наверное, в декабре демобилизуют. А Снегирев? А что Снегирев? Ну, правда говорят, что он вообще не приедет. Да. Рванул наш Снегирев. Что же он так? А это у тебя надо спросить. Ты ж первая об этом знать должна. Откуда? Я от него всего 4 письма за год получила. Да. Ну, значит, чернилам было жалко. Клим, у него есть кто-нибудь? Откуда я знаю? Ну, пожалуйста, я же должна знать, Клим. Да не в этом дело. Просто плюнула на все, надоела ему. У меня, говорит, другое призвание. Устремление у него. Гад он и предатель. А всех предателей мы когда-нибудь будем судить. По всей совести. Ну и все, хватит об этом. Тут где-то буфет должен быть, да? Ну-ка, пошли. Все-таки не каждый день из армии возвращаешься. Путь далек для нас с тобою, веселей солдат глядит. Бьется, бьется знамя полковое, командиры впереди. Солдаты, путь, 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 пра-па-па. Для тебя, родная, есть почта полевая. Прощай, труба зовет, тара-та-та. Солдаты! Поход! Раз, два, три. Левый! 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 Сами, сами бригадиры, сами председатели. Эх, нифига мы не боимся ни отца, ни матери. Откровенно признаю, вам, подружки, каюсь, никого я не любила и не собираюсь. Правильно. А у меня расческа есть большая, деревянная. И кому какое дело, что мне нечего чесать. Чем любить его такого, лучше уйти в темный лес. Ань, ты чего? Ну, это уж зря. Ань! Ань, перестань, перестань. Ну, хватит, Ань! За что? Ну, за что, Клим? Ну, ты перетерпи, понимаешь?
Самое трудное уже прошло. Почему, Клип? Ну что я ему сделала? Ну ничего, черт. Успокойся. Все еще наладится, образуется. Ерунда все это. Правильно. Проживешь без него. Ладно, побудь здесь, я машину поищу. Нет, Клим, не уходи. Ты мне объясни, почему у молодежи стало меньше уважения к простому работяге, который вкалывает, как лошадь, на самых трудных местах? А какого ты имеешь работягу в виду? Они разные бывают. Ну, самого простого, хоть взять тут меня самого. Я вот, например, до сих пор жениться не могу. Почему? Потому. У тебя жена с высшим образованием. Ну. А за меня такая не пойдет. Люби, не люби, не пойдет. Побоится моей серости и бесперспективности. Бригаде генералом не станешь, диссертацию не напишешь. Но хлебом-то кормить вас всех надо или нет? Надо. А почему тебе обязательно жена с высшим образованием нужна? Видишь ты. Значит, мне сойдет какая попроще, так, да? Посерее. Ну, ты меня не так понял. Я тебя понял, ладно. Вообще, баба, это так, к слову. Я о морали говорю, о наших идеалах. Вот раньше жили мы беднее, зато правильней. Умели труд уважать. А теперь какая молодежь пошла? Все, и до феньки. Каждый норовит устроиться потеплее. Не устроился, значит, не человек, вот эти как считают. Вещи, жратву, развлечения, все себе. А из себя шиш. Без масла. Чего ты смеешься? Действительно, чего я смеюсь? Ведь страшную картину нарисовал. Испугал до смерти. А что ты думаешь? Вот видал сегодня этого Шпингалета? Попробуй с ним так, по-хорошему, по-человечески поговорить. Думаешь, поймет? Со смеху лопнет. Тебе-то он, кстати, не очень смеялся. И правильно. Теперь хоть бояться будет. Да со страху еще никто человеком не становился. Под лицами бывало, а чтоб человеком. Тамара! Тише, 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 тише. Я здесь, 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 здесь. Ой, ты мой хороший. Да вы разговаривайте, разговаривайте. Я ее к соседям унесу. Спасибо, Тимош. Раньше-то мы как росли? Мы думали об общих интересах. А нынешние что? Каждый только о себе. Да чепуха все это, Клим! Они не похожи на нас. И тебя это злит. У каждого времени существуют свои проблемы. Они сейчас стоят вообще перед всем миром. У нас раньше было иначе, чем во всем мире. Это тут в 50-х годах всякие там веяния стали проникать. Да отгораживаться китайской стеной ведь тоже нельзя. Закиснем же в собственном соку. Почему закиснем? Раньше-то не закисали. Обходились как-то без этих друзей хамелеонских. А что нам это стоило? Смешно же жить по принципу. Плохое, но свое. Может, не Робинзоны какие-нибудь на необитаемом острове? Да, да. Существует мировая цивилизация. Мировая культура существует. Правильно, чего же изобретать велосипед? Да при чем тут велосипед? Что такое цивилизация? Наделать побольше вещей, распустить мораль. Это что ли у вас цивилизация называется? Да такой черт она мне нужна, если она такая. Я лучше вот в лаптях буду сидеть. Да ты это можешь, ты посидишь, а другие уже не хотят. Время изменилось. Время делают люди. А уж потом оно делает людей. Да ты, же застыл. Не сдвинешь. Не сдвинешь. Зато ты очень переменился. И не зря, видно, разошлись. Ну, хватит. Погоди, Дамага, погоди. Вот пусть он мне скажет. Скажет? Скажет. Завтра. Или книжку новую пришлет. Правда, Паш? Ну, ведь не зря сюда приехала. Да нет, Тамара. Видно, для нашей книжки еще время не пришло. Раскинулось море,
подальше от нашей земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я вахту не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал, сердце больше не билось. Увидел на миг ослепительный свет, упал, сердце больше не билось. Быть может, оттого мы суетимся, что срок наш мал, что юность коротка. Вот, кажется, быстрее света мчимся, а все равно... Твои? Нет, приятель. Я сейчас стихов не пишу. Устал, Паша? Сейчас домой посуду ложу искать. Тамара, ты мне все-таки дай Анин адрес. Ну или хотя бы расскажи про нее. Как она? А что рассказывать? Любит она тебя до сих пор, вот и все. И до сих пор не может понять, почему ты уехал тогда, даже не написал. Ну, скажи, почему? Полагаю, что жизнь логична. Воображал себе много. Думал, весь мир передо мной. Ждет, не дождется Снегирева. Все глаза проглядел. А не писал... Потому что струсил. Струсил. Думал, вот поступлю в институт тогда. Но потом про Клима узнал. Ты пойми. Мы народ еще не совсем сознательный-то. Темноватый кое в чем. Угу. Поэтому с нами покруче надо. В случае чего, твердой рукой по шее. Понимаешь? Слушай, а в этом кое-что есть. Ну. Порядок, твердая рука и по шее. А вот по шее-то зачем? Для профилактики, понял? Нет, не понял. Что, не понял? Нет. Не понял. Давай сначала. Давай. Вот возьмем, к примеру... Ты что, правда, что ли, не понимаешь? Да усёк, усёк. Не выйдет. Не выйдет. Ну, научи меня как по-другому. По-другому-то как? По-другому? Для начала. Полная информация, четкая организация дела, заинтересованность. И все? Ну и, конечно, доверие. Не понял? Не понял? Давай еще раз. Начнем с информации. Ну? Да с Климом у нее ошибка вышла. Попал под настроение, сочувствие проявил. Потом он так ревел в общежитии. Страшно смотреть было. Он ведь как день за ней ходил, замуж просил выйти. И не от совести, полюбил он. Куда там, а 100 шагов не подпускал. Ну, а дальше? Ну, а что дальше? Ждала 3 года. Устала она, Паша. Ты ведь даже не писал. Потом этот геолог подвернулся. Мы как-то быстро сговорились, уехали. А теперь у них сын. Павлик. Я знаю. Тамар. Ты чего?
Жалко вас обоих. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Пять годов лежит за вором, шум на улицах сильней, с добрым утром, милый город. Сердце родины моей, кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Па-па-пам-пам-пам. Зайдем по пути на нефтебазу и сразу на станцию. А может, лучше на автобусе? Раз, зачем тебе лишний хлоп? Никаких хлопот, все равно мне машину в ту сторону отправлять. Посмотрю, уехал Кислов или нет. Не бригадир, отец родной. Кислов! Кислов! Ребята, у меня здесь подождите. Я сейчас узнаю, что происходит. Здорово, Марк Осипович. Здорово. Чего ты мою машину не отправляешь? Какую? 37-35 какую? И не отправлю. Водитель твой выпивший. Давай. Так. А где он сам-то? Не знаю, прогнал я его. Тебя, наверное, побежал искать. Это ж, господи, боже мой. Ну, ладно, давай пропуск. Я сам поведу. Не имею права. Чужого водителя к бензовозу допускать не положено. Там горючее, а не картошка. Ты кто чужой-то? Это я чужой? Я чужой, да? Слушай, не мешай работать. Не мешай работать, говорю. Погоди ты. Ну-ка, Маркел Степанович, давай пропуск. Не шути со мной, ты меня знаешь. Знаю. Ну и совхоз у вас. Одни припадочные. Вот так лучше. А не нравится, иди на пенсию. А ты мне не указывай, так пацан. Да качай ты, Маркел Степанович. Ну что ты зря права-то свои качаешь. Ведь знаешь, что сейчас там трактора встанут. Без горючки. Ну ладно, вот что. Хоть ты обижайся на меня, Авилов, хоть не обижайся, а жалобу я напишу. Валяй, пиши. У меня все пишут. Ну ладно, Марков Степанович, бывай здоров. Давай. Включай! Давай, садитесь. Всюду поспеем, и на станцию, и бригаду. Ну что, Снегирев, значит, больше не увидимся? Не знаю. Да чего ж там, не знаю. А лет через 10 встретимся, так и не признаем друг друга. Я тебе через 20 признаю. А все-таки странно. Росли мы вместе, воспитывали нас одинаково. Получились разные. Так это хорошо, Клим. Ну,
Клим! В чем дело? Тормоза. Кардан полетел. Черт! Ну что, ребят, дело плохо. Ну-ка, прыгайте. Ну, прыгайте быстро! Прыгайте, Моша. Прыгай, тебе говорят. Ну, где ты? А вытолкни ты его. Скорее, скорее, скорее! Да... Теперь сам. Пашка, сейчас я его на клумбу посажу. Держись!